я когда слушаю твои демо, которые просто кому может слушать, это почти какого-то там, сколько вот когда я слушал, как мы там что-то пытались сыграть, все понятно. О, теперь я все вижу, спасибо. Жизнь была. Рад всех видеть. Хотел бы сначала представиться для тех, с кем не знаком. Меня зовут Сергей Красин. Я являюсь основателем и руководителем рекорд-лейбла Fancy Music, и именно эта звукозаписывающая компания является сегодняшним поводом сегодняшнего мероприятия. В общем, так получилось, что 5 лет назад я создал компанию с одной лишь целью записывать, выпускать и поддерживать русскую музыку, актуальную, та, которая происходит здесь и сейчас. Рад очень видеть всех. Кстати, у нас при входе шампанское, вот, угощайтесь, пока есть 6 бутылок, но если что, еще успеем. На самом деле, я думал, что бы мне сегодня сказать, и я хотел сегодня поблагодарить 3 человек. Во-первых, как все начиналось. Первое спасибо я хочу сказать Юрию Лобикову. Он же Георгий Загревский, человек, который сидит перед нами. Это мой друг, собственно говоря, человек, благодаря которому вообще возникла сама идея создания рекорд-лейбла. Это тот самый импульс, на который мне пришлось ответить. Второе спасибо я хочу сказать замечательному композитору, педагогу и вообще уникальному человеку, это Александр Моносков. Его, к сожалению, сегодня нет с нами, он не смог прийти. У всех гастроли, концерты. Но я бы тоже хотел ему поаплодировать. Александр Платонович стал мне тем самым человеком, который открыл меня мир академической музыки и уже познакомил с такими монстрами композиции, как Курлянский, Невский, Филоновский, ну и, в общем, все остальные. И третье спасибо. Не просто так мы собрались сегодня, мы здесь. Я хочу сказать Арайку Акопяну. Это арт-директор, основатель клуба «Козлова». Арайк, спасибо. Арайк стал именно тем человеком, который открыл для рекорд-лейбла Fancy Music мир импровизационной музыки. И именно он познакомил меня с Григорием Сандомирским, который сегодня будет выступать, и с другими прекрасными джазменами. Эти 3 человека стояли у самых истоков. И если бы 5 лет назад вас не было бы рядом, я думаю, что мне было бы гораздо тяжелее, и, возможно, ничего бы даже не получилось. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо, Серега! В общем, томить не буду. Сегодня вас ждет много интересных сюрпризов, коллабораций. И на сцену я приглашаю Григория Сандомирского. Гриша уже расскажет, что будет сегодня. Добрый вечер. Меня зовут Григорий Сандомирский. Я очень благодарен Сергею за то, что он нас... А тут даже, кстати, сложно сказать. Это очень хитрая история с этим сегодняшним днем. Кто тут кого куда позвал, непонятно. То есть я изначально взял этот день под 2 своих проекта, которые вы сегодня услышите. Вот. А потом мне звонит Сергей и говорит: слушай, 12 число, это у меня день рождения Fancy Music, 5 лет. Тебе вообще очень нужен этот день? Я говорю: ну, я как-то вот, я там запланировал, я хотел. А давай, говорит, мы устроим из этого день рождения Fancy Music. И, в общем, конечно, я в большом шоке же был очень рад, потому что и много новой публики незнакомой, и просто приятно поиграть вот на дне рождения замечательного совершенно лейбла, на котором у другого моего состава, которого сегодня нет, выйдет в январе альбом. И также Сергей переиздавал в цифровом виде первый альбом моей группы Goat's Notes, некую вариацию, как сказать, да, вариацию, которую вы услышите сегодня. А теперь о главном. Ну, значит, сегодня будет 3 коллектива. 2 коллектива с моим участием. Это Goat's Notes Acoustic Fringe. Это такое ответвление моего основного ансамбля Goat's Notes импровизационного, который будет состоять... Это квартет, состоящий из фортепиано и 3 струнных. 2 скрипки, Мария Лагафет и Анна Чекасина. Они могут постепенно выходить уже, я думаю.
и совершенно замечательный альтист Сергей Полтавский. Они не хотят выходить на сцену. Кстати, они хотят, чтобы мы похлопали. Анна Чекашина, Мария Легофет, Сергей Полтавский. Это будет первое отделение. Во втором отделении будет совершенно замечательный испанский гитарист Ангель Антальва, который будет играть вместе с Прет Дуо. Это дуэт Петра Талалая, феерического нашего барабанщика, импровизирующего, и замечательной певицы Натальи Длиновой. Такой трио будет. И завершит эту программу опять состав с моим участием и также с участием Маши Логофет тоже. Ну, мы с Машей Логофет какой состав не возьми, мы там все время играем. Уже последние 15 лет. Наверное. Вот. К нам присоединится и будет в этом последнем составе будет так, например, в части совершенно замечательный электронщик, пианист, композитор, видео, как это называется, маг, видеомаг Алексей Наджаров. И специальными гостями у нас будут певица Алина Ростоцкая и саксофонист Олег Марехин. Но это будет уже в конце. А сейчас Gold Smokes Acoustic Fringe. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
спасибо. Это Анна Чехашина, Сергей Болтавский, Марина Якет, меня зовут Григорий Семеновский. То есть там будет небольшой перерыв, и будет вперед до и Анна Кайдантарова. Thank you.
Thank you.
Спасибо. 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 Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое.